Итак, ребята, всем привет, спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, делитесь этим видео. На связи с вами Серега, и мы продолжаем урок на тему создания загрузчика прелодера на CSS 3. В прошлом занятии, кто еще не понял, это будет продолжение предыдущего занятия, мы с вами сделали вот такую штуку, да? То есть мы с вами создали на CSS 3 загрузчик, но покуда он просто вот так вот вертится. А в этом занятии мы с вами продолжим вот этот самый урок, через что ссылочку на него я размещу в описании и прямо в этом видео можете пощелкать. И смотрите, уже в этом занятие мы с вами будем делать вот такую штуку. Давайте я обновлю страницу. Видим, вот наш загрузчик. И появляются сейчас шторки, разъезжается, и все, у нас появляется сайт. И, соответственно, я здесь еще разместил кнопочку, мы ее тоже сделаем при нажатии. У нас опять все сворачивается, и заново сайт появляется. Ну, то есть, чтобы по 100 раз не перезагружать страницу. Итак, думаю, с этим понятно, поэтому сейчас я тем, кто не прошел первое занятие, оно у нас появится вот здесь в уголке, я рекомендую щелкнуть и сначала пройти его, а это пока поставить на паузу. Или, если вы не хотите, можете прямо под этим видео скачать архивчик заготовку Preloader CSS 3, это результат предыдущего занятия, распаковать его и уже проходить дальше. Итак, в итоге после первого занятия у вас получится вот такая папочка. Открываем ее в редакторе, запускаем живой просмотр и в результате имеем вот такую штукенцию. Давайте я покуда эти окошечки, ну хотя пускай висят, они нам не мешают. Итак, первым делом, что я предлагаю сделать, это выбрать, какой загрузчик мы будем с вами устанавливать. Либо вот этот вот, либо вот этот вот. Ну, вот первому мы в прошлом занятии уделили достаточно много времени, поэтому давайте сейчас я возьму вот этот вот, который пониже. Поэтому идем в код, и здесь мы убираем вот эту штуковину первую, оставляем раунд 1 анти, чтобы у нас остался только один загрузчик. Отлично. Теперь давайте я это тоже отсюда выдеру. А сюда мы давайте разместим покуда какой-нибудь текст. Например, разместим абзац, напишем лорем, даже не знаю, давайте 50 и умножим на 50. Так, получается у нас вот такая куча текста рыбы. Так, смотрим, вот он у нас тут размещается. И теперь давайте мы вернемся назад в файл стилей. И здесь все немножко приведем сначала в порядок. В первую очередь удаляем вот эти два стиля. То есть, чтобы у нас изначально был белый сайтик. Смотрим, все есть. Так, удаляем текст shadow у заголовка h1. Так, и теперь переходим сразу же к нашему блоку margin. Ой, извиняюсь, main. Так. И внутри него давайте мы разместим следующее. Сначала пропишем ширину 960 пикселей, пускай будет. Так, напишем также margin 0. Так, и auto. Где тут у нас? Не туда нажал. Auto. И у нас получается уже будет все идти вот так. Видим. Ну и дальше что мы делаем? Дальше мы с вами давайте сделаем выравнивание нашего шрифта текста line justify. Так, и сам заголовочек давайте мы выровняем по центру. Все, в принципе, сайтик наш, можно сказать, готов. И теперь давайте приступим к созданию самого прелоадера. Так, идем назад в файл index.html. Отсюда мы из блока main удалили полностью прелоадер. Я его забыл вставить и сейчас вставляю. Так, вот он у нас здесь получается, но в принципе, давайте я покуда нажму Ctrl-Z, и сначала давайте мы создадим блок, в котором будет размещен наш прелоадер. Поэтому тут я напишу .pl, то есть это будет div с классом pl прелоадер. Так, и внутри него мы уже размещаем непосредственно сам наш прелоадер, он появится вот тут, видите, да? Так, и под ним давайте мы создадим еще два блока, это будет pl, так, left, и только я тут сначала точку поставлю. Так, и плюс еще один блок pl и right. То есть получается, это будут наших два. Так, стоп, я здесь точку забыл поставить. Вот, получается, это будут наших два дива, PL left, PL right, и они у нас будут являться шторками, которые будут разъезжаться при загрузке сайта. Так, в принципе, здесь в файле index.html у нас все полностью готово, как видите, ничего тут сложного нету. Сохраняемся, идем в файл style.css, и здесь начинаем уже колдовать.
колдовать сразу под блоком main. Итак, во-первых, давайте мы зададим нашему блоку PL определенные стили. Так, это, во-первых, будет position fixed. Так, сразу же давайте мы зададим background 0.0.0, потом его уберем, чтобы мы могли его видеть. И сразу же задаем width 100%, потому что после position fixed он уже не будет растягиваться. И height тоже зададим 100%. То есть и высоту, и ширину мы задаем 100% и смотрим. Видите, вот как у нас становится наш блок. И вот здесь сверху у нас вот такой промежуток. Это все из-за того, что тут есть свои собственные маржины. Поэтому, чтобы их избежать, давайте мы блоку main зададим следующее. Padding 50 пикселей 0. Так, смотрим, и у нас уже все растягивается на всю высоту. Отлично. Так, думаю, с этим понятно, поэтому сейчас у нас тут все нормально. Убираем здесь background, мы знаем, что все прекрасно растягивается. И теперь давайте зададим стили для блоков PL left и PL так, right. Право-лево. Сразу вместе задаем, у них будет очень много общих стилей. Во-первых, это тоже position, ну, тут, в принципе, можно любое. Давайте, например, absolute я задам position. Затем, опять-таки, задаем background, равняется 2-2-2. Так, смотрим. У нас тут покуда ничего не видно. Ну, ничего страшного, сейчас мы с вами все исправим. И здесь же мы с вами задаем еще одну штуку. Это width. Давайте 51%, пускай будет у нас. Так, и height 100%. Смотрим, что получилось. Так, видим, вот идет наш блок. Ну, вот так как тут у нас идет еще и вот этот блок, то получается вот такая каша, да? Но мы сейчас тоже это исправим, не волнуйтесь. Мы просто-напросто, так, нашему раунд 1, давайте мы зададим position absolute, во-первых. Так, смотрим, уже, видите, выровнялось все нормально, но здесь нашего вот этого кружочка уже почему-то не видно. Скорее всего, что он спрятался вот за этим блоком, поэтому давайте мы также здесь пропишем z-index. Во-первых, блоком PL и PR мы прописываем z-index, ну, давайте 1000. Так, а здесь пропишем z-index 1001. Все, смотрим и видите, вот наш блок. Все нормально. Так, и теперь мы давайте эти шторки, так сказать, раздвинем. Одну сделаем слева, другую справа. Поэтому дальше уже пойдут не одинаковые стили. Пишем PL left. Так, мы прижимаем к левому краю при помощи свойства left 0. Все, смотрим. Ну, в принципе, ничего не поменяется. Так, а вот теперь точка PL и right мы прижимаем к правому краю, просто написав right 0. И у нас получается все будет темненьким, видите? Так, дальше. Дальше мы должны выровнять вот этот кружочек по центру. Ну, во-первых, давайте мы у него покуда уберем свойство margin. Посмотрим. Вот он у нас тут по центру, видимо, точнее, с краю самого встал. И теперь напишем следующее. Top 0, ой, извиняюсь, 50%, то есть ровно наполовину, и left тоже 50%, то есть от верха на 50% отступает и слева на 50%. И в итоге получаем, что наш блок, вот этот вот загрузчик, размещен не совсем по центру. Почему? Потому что, ну, в принципе, он все правильно разместился, сверху у нас тут доходит ровно до 50% и слева до 50%. И получается, что наш блок, он находится вот здесь и, ну, не совсем ровно. Чтобы вот это все дело исправить, мы опять-таки возвращаемся к свойству margin. И в первую очередь мы просто-напросто отрицательными отступами убираем половину его высоты и ширины. Ну, во-первых, вверх минус 75 пикселей. Так, сверху и 0, пишем 0. И вот снизу, точнее слева, мы уже пишем опять минус 75 пикселей. То есть просто половину вот этих вот значений мы убираем, и наш кружочек станет уже по центру. Видите, да? Давайте я сделаю на весь экран, и все равно он у меня по центру. Видео-то не видно, наверное, но вы у себя можете проверить. Так, замечательно, двигаемся с вами дальше. А дальше у нас будет следующее. Так, теперь нам необходимо сделать так, чтобы наши блоки, они как-то исчезали, сдвигались, вот эти занавески, так скажем, при определенном моменте, когда сайт загрузится. Поэтому сначала давайте мы подготовим для них соответствующие стили. Давайте сделаем так, что когда наша страница полностью загрузится, у нас для элемента body будет задаваться класс loaded. Поэтому здесь, смотрите, мы пишем следующее. Для
блока PL, то есть для класса Loaded, в котором находится класс PL, так, Left, мы прописываем следующие стили. Так, давайте я напишу TRF. Это свойство Transform Mutap. У меня тут сразу, видите, с префиксами все появляется. Так, и здесь мы пишем следующее. Translate. Это означает сдвинуть. Сдвинуть блок на минус 100%. Так, вот, то есть это получается сдвинуть блок на 100% влево, когда мы указываем минус. Так, и то же самое мы пишем для блока. Так, loaded. .pl и right, то есть для блока right, когда у нас будет добавлен класс loaded, мы тоже пишем trf, так, и тут, мы опять-таки пишем свойство translate, точнее значение translate, и уже добавляем не минус 100%, а просто 100, все. Так, и в принципе уже у нас тут базовые заготовки стилей, так скажем, готовы, поэтому мы можем сейчас перекинуться в файл JavaScript. JS, обратите внимание, обязательно обратите внимание, что он у нас подключается вот здесь внизу самом. То есть скрипты подключаются в самом конце нашего сайта, то есть когда он полностью загружается, получается, начинают работать эти скрипты. Получается, что вот этот вот загрузчик, он будет работать до тех пор, покуда сайт не загрузится, так как он находится в самом конце. И у нас сначала идет подключение jQuery, а затем уже подключение файла JS.js. И вот теперь мы в нем пишем. Во-первых, давайте мы напишем так инициализацию. Пишем следующее. Так, в скобочках документ. Так, отлично. Точка ready. Так, и тут уже задаем функцию. Так, опа, key. Пишем function. Так. Так вот, и здесь фигурные кавычки. Обратите внимание, чтобы у вас все точно такой же синтаксис был, как у меня. В конце точку с запятой поставьте обязательно. Итак, и вот здесь сейчас смотрите, мы можем, давайте сделаю побольше отступов, написать, когда у нас получается идет загрузка файла JS, чтобы нашему элементу body, так, блин, я все про эти скобки забываю, так, чтобы для нашего тега body, вот так вот, добавлялся следующий класс. Пишем add class. Вот он. Так, и, соответственно, мы в стилях писали здесь класс loaded, да? Давайте я его скопирую и добавлю сюда. Все. То есть при загрузке вот этого файла JS.js к нашему боди будет добавляться класс loaded. И, соответственно, помним, что у нас файл JS, он загружается самым последним, то есть тогда, когда сайт уже полностью загружен. И вот сейчас я сохраняю страницу, иду сюда, и у нас сразу же все видно. Видите, давайте я заново сдвинусь. Так, щелк. Так, не видно ничего. Почему не видно, люди? Потому что у нас на сайте, видите, очень мало контента, и он загружается моментально. Поэтому мы здесь вот этого всего не увидим. И для того, чтобы мы могли видеть, что это все работает, давайте мы здесь поставим, как это сказать, короче, функцию setTimeout, которая указывает, что вот этот скрипт должен сработать, когда пройдет там определенное время. То есть задержку, вот, хотел сказать задержку. Так, пишем setTimeout, смотрите. Так, здесь ставим скобочки, опять-таки внутри пишем function, опять-таки скобочки. Так, и за ними ставим фигурные кавычки. Так, фигурные скобки. И здесь ставим точку с запятой. А вот, вот это вот значение, давайте мы отсюда вырежем и вставим сюда. Так, здесь я удаляю. И вот здесь теперь, когда вот там, где у нас закрывается фигурная скобка, мы ставим запятую и пишем значение, например, 3000. То есть, смотрите, когда у нас загружается файл JS.js, у нас получается функция setTimeout, ждет 3000 миллисекунд, это 3 секунды, и только потом к нашему боди добавляется класс loaded. Сохраняем, ну, сразу говорю, на реальных сайтах вот этого делать не надо, потому что если они будут у вас долго грузиться, и потом еще 3 секунды ждать, это очень долго. То есть, вот на таком примере это уместно. Вот в реальном сайте, где у вас будет идти загрузка, просто можете сразу вставлять вот этот body, add class loaded. Так,
Давайте я обновлю страницу и смотрим. Видим, ждем 3 секунды, и у нас все становится беленьким. Отлично. В принципе, уже работает, просто нам осталось немножко поработать над стилями. Во-первых, сделать так, чтобы у нас наши шторки раздвигались. Поэтому мы для наших классов PLL и PLR мы добавляем свойство transition. Так, и здесь давайте я так все вот это вот поудаляю. Так, мы пишем просто 0.3s, то есть будет анимация длиной 0.3 секунды. Обновляю и смотрите. 3 секунды пройдет, ну типа наш сайт загрузился, и потом шторки раздвигаются. Вот так все на самом деле просто работает. Так, и теперь что мы делать должны? Это задать, чтобы наш вот этот кружок-загрузчик, он тоже пропадал, когда проходит вот эта вот анимация. Поэтому мы опять идем сюда. Так, и добавляем следующее. Для класса loaded, так, точнее, для класса round1, который находится в классе loaded, так, мы добавляем opacity 0.запятой. И смотрим, что у нас получается. Сохраняемся. Так, обновляемся и смотрите. Щелк и пропадает, да? Но единственное, что мы тоже можем здесь вот это свойство скопировать, добавить к классу round1 вот эту самую анимацию, чтобы тоже все плавненько было. Сохранимся. И сейчас у нас будет уже работать все немножко по-другому. Смотрите. Так, видите? Плавненько пропадает. Но он пропадает вместе вот с этими самыми шторками, так скажем. Поэтому что я предлагаю? Сюда идем и добавляем тут еще 0.4s. То есть если первая это продолжительность анимации, то вторая это задержка перед анимацией. И получается, что когда у нас все загрузится, у нас сначала будет у шторок задержка, а наша крутелка это пропадет. И получается, смотрите, она пропадет, а потом шторки раздвинутся. Видите, как работает. Так, отлично. В принципе, здесь мы, пожалуй, можно сказать, даже все порешали. То, что нам было необходимо, да. Поэтому теперь давайте разместим кнопочку. Ну, если вы не хотите, можете уже дальше не смотреть это занятие. Итак, здесь я размещу div с классом, например, ну, давайте submit. Submit. Так, и внутри него будет стоять input с классом reset. Так, а здесь мы размещаем, так, поле submit, type submit. То есть это будет у нас кнопка, и сразу же давайте мы зададим ему ей значение, value. Так, не помню, какое значение я там задавал. Перезапустить загрузчик. Так, Alt-Shift и перезапустить загрузчик. Все, сохраняемся. Так, смотрим, что у нас тут происходит. Обновляем страницу. Так, 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 видим. Кнопочка есть. Ну, единственное, что давайте мы div класс submit здесь этому самому div. Так. Мы зададим. Текст align center. Так, ну и margin давайте 20 пикселей. 0. Все, отступы будут побольше. Так, обновляемся, смотрим. Так, не понял. Это же вроде должно работать. А, работает. Давайте тогда по 40 пикселей зададим отступы. Так, чтобы кнопка была лучше видна. Итак, отлично, кнопка у нас сделана. Сохраняем файл стилей. И теперь идем назад в скрипты. И смотрите, что мы просто-напросто сделаем, чтобы это все работало. Мы добавляем новый знак бакса. Так, скобочки. Здесь указываем в кавычках, что для класса reset. Так, ставим точка. Пишем событие клик. То есть, когда на его нажимают, у нас будет срабатывать следующая функция. Так, скобочки, в нем фигурные кавычки. Так, на новую строку здесь сразу ставим точку с запятой. Так, и функция будет следующая. Мы просто-напросто у нашего элемента body, так, ну, давайте я даже скопирую просто вот это все дело. Так, и здесь мы не будем добавлять класс, а наоборот будем его убирать. Remove class loaded. Так, сохраняемся, смотрим. Так, страница загружается. Жму на кнопочку, проверяем.
Так, и она почему-то не работает. А, минуточку. Это перебивает, получается, у нас стиль. Вот этот сам, эти самые занавески с загрузчиком. Поэтому давайте мы еще кое-что с вами сделаем. Мы для самого блока PL, который находится в loaded. loaded.pl. Мы зададим свойство visibility hidden. Все, сохранимся. И вот сейчас, видим, мы можем спокойно нажать на нашу кнопочку. Давайте мы проверим, как работает сначала. Так, 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 видите, все нормально. А теперь жмем на кнопку. И у нас, видим, все закрывается. Но, опять-таки, у нас заново все не развернется. Чтобы развернулось, давайте мы просто-напросто с вами скопируем еще раз эту функцию. Так, и вставим сюда. Вот так вот. То есть при нажатии у нас сначала уберется класс loaded, а потом через 3 секунды добавится. И таким образом у нас будет такая кнопка перезапуска. Так, и смотрите, нажимаю, загрузчик загружается снова и опять сайт появляется. Итак, друзья, в принципе на этом у нас все готово. Надеюсь, вам занятие понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь этим видосом.